Создатель лайткоина призывает криптосообщество активировать Segwit. Чарли Ли начал выступать в поддержку активации протокола Segregated Witness с начала января. Он утверждает, что главным преимуществом Segwit является решение проблемы эластичности транзакций, что позволит настроить протокол Lightning Networks на лайткоине. Чарли Ли уверен, что лайткоин все равно будет использоваться даже при активации Lightning Networks и Segwit на биткоине, так как комиссии за транзакции на последнем будут значительно больше, чем комиссии на лайткоине с настроенным Lightning Networks. Еще одним важным преимуществом являются мгновенные перекрестные транзакции, которые позволят эффективный децентрализованный обмен валют.